распространено по сравнению с танцами на льду, но и в танцах китайцы пытаются тоже прибавлять. Мелодия к фильму «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». И посмотрим, насколько отличаются от катавших под эту музыку Ксении Столбовой и Федора Климова. Китайцы, с учетом того, что наши спортсмены, уже выступившие здесь и выступившие не очень удачно, выступают в спортивных парах, а китайцы в танцах. А китайцы-то очень солидные, очень приличный китайский танцевальный дуэт представил сейчас свой произвольный танец нынешнего сезона. Достаточно сказать, что первые 6 элементов эти спортсмены исполнили на 4-й уровень сложности, за исключением дорожки шагов по кругу, которая технической бригадой была оценена на 3-й уровень. Что касается подобного технического уровня, то он не часто встречается даже у грандов.
В частности, дорожку на четвертый уровень даже Virtue Moire и американский дуэт выполняли далеко не на каждых соревнованиях. Так что с китайцами...